Добрый день, дорогие друзья! Съемка сделана 30 октября этого года. Сквер имени Орджоникидзе. Я осматривал памятники Серго Орджоникидзе и недавно установленный памятник маршалу Егору, после чего, пройдя через улицу Краснознаменную, посетил сквер Мстислава Ростроповича, далее улицу Богдана Хмельницкого, перешел на сторону областной филармонии. Все это с вами мы сейчас увидим. Приятного просмотра, до новых встреч!